И еще одна памятная дата. В 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда по центру Ярославля колонной прошла трофейная техника времен Великой Отечественной войны. Ветераны ехали в военных автобусах тех лет. Многие из них пережили страшную блокаду Ленинграда. У Вечного огня была сделана остановка. Глава региона Дмитрий Миронов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и участники пробега почтили память погибших воинов.